Так, всем привет, с вами Боуя. И сегодня я вам расскажу о таком серве, как бы нет такого серва вообще на свете. Просто нашел в интернете. И смотрите, ни одного плагина, ничего вообще нету. Поэтому тут что угодно. Тут, ну, я тут раз друга, ну, скинул другу IP, тут админ чудак поставил. Ну, не знаю, 100 блоков алмазных кубов и на спавне сундук поставил. Ну, а приватить нельзя, если скомпсать нельзя. Короче, сегодня потырили кирки, алмазные мечи, доспехи. И начали все ломать. Чем вышло? Я все выбросил на шпалаву. Специально, потому что не хочу, чтобы другие тоже играли, и мы так играли. Поэтому мы за честность как бы. Конечно, не шучу. Так, и тут мобов нету, вот это хорошо, мне кажется. Мобы, говорит, админ, я утро с ним разговаривал. Админ говорил, как бы, ну, включит мобов ближе к следующему сентябрю, то есть через год. Тут даже спавна нету, хотя, видите? Офигенно. Ладно. Ну ладно. Что ж, всем пока. С вами был Боглер. Удачи!